музыку сочинять, это вам не фокус покажут раз-два и готово. А между прочим, фокус это большое искусство. И хорошо, что вы мне напомнили. Мы ведь как раз хотели рассказать о невидимках в цирке. Совершенно верно. Но лучше нас с вами сделает главный режиссер Московского государственного цирка, заслуженный деятель искусств Марк Соломонович Местечко. Огромную роль в жизни цирка играют люди, которых вы никогда не можете увидеть на арене цирка. Но без них невозможно ни одно представление. Вот сейчас перед вами пройдет один из цирковых танцев. Танец не был бы возможен, если бы для него не сделал бы костюмов главный художник цирка Леонид Александрович Окунь. И уж совсем не было бы этого танца, если бы он не был бы поставлен балетмейстером Петром Гродницким. Любит фокусы. Сейчас один из своих иллюзионных фокусов вам покажет один из лучших представителей этого жанра у нас в цирке, заслуженный артист Белорусской Республики Анатолий Сергеевич Шак. Прошу вас, Анатолий Сергеевич. Подожди, Нюра, я знаю, что я делаю. Оставь меня в покое, Нюра. Оставь. Разрешите посмотреть. Подожди. А в чем дело? Это же мой муж. Ваш муж? Нет. Муж. Но как видите, он сам залез к нам в горшок. Мы его об этом не просили. Держите гражданки мужа. Я знаю, что делаю. Да, Нюра, возьми номерок от пальто. Я сейчас разберусь с вашим фокусом. Пожалуйста. Нюра, Нюра, он сидит на своем волну. Может быть, кто-нибудь из вас тоже хочет стать невидимкой? Нет,
Ведь исчезнуть может любой из присутствующих. Кто давайте хочет, я исчез? Попробую. Вот он. Вы, да? Да. Это пианист Леонид Кауфман. Представитель одного из эстрадных оркестров. Но вы скажите, Леня, вы не боитесь? Нет? Нет, не боюсь. Не боитесь? Не боитесь? Нет. Прошу вас, Анатолий Сергеевич, пожалуйста. Хочет узнать, что же сейчас происходит с ним. Анатолий Сергеевич, а где он сбился? Покажите, пожалуйста. Где он находится? Да-да, пожалуйста. Где он? Да, где? Да, вы его сели. Да, не выходите, пожалуйста. Нет, 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 не выйду, только с оркестром. С оркестром? С оркестром. А какой состав нашего оркестра? 26 человек. 26 человек? Ну что ж, попросим.